пневмония, бронхит. Бийских чиновников могут привлечь к ответственности из-за отравления семьи угарным газом. Трагедия произошла на днях. В аварийном доме сломался дымоход. Весь дым начал поступать в помещение. Женщина и двое ее маленьких детей отравились газом. Сейчас они находятся в реанимации. Пятиквартирный дом разрушается буквально на глазах. Он был построен еще в 1904 году. Об этом жители не раз жаловались чиновникам Бийской администрации, но ни одной из семей так и не переселили. В рамках проверки будет дана правовая оценка должностным лицам администрации города Бийска, в чьи обязанности входит контроль за состоянием аварийного жилого фонда и своевременным переселением жильцов. Добавим, что на данный момент в Бийском реестре аварийного жилья 78 ветхих домов.